Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу опять-таки посадить семена такого растения, как иустома махровая F1. Купила я 3 упаковки иустомы махровой сливового цвета, белая с розовым и махровую кварцевую. Долго я раздумывала, сажать мне или не сажать иустому, потому что это растение для меня диковинное. Я даже вживую еще ни разу не видела этот цветок. Но она по-другому называется лизиантус, ирландская роза. Ну и еще есть другие названия вот такого красивого цветка. И все-таки я решила посадить, попробовать, что у меня получится. Схожи семян, в основном вот из разных источников я читала, пишут, где-то 60%. Это считается хорошей схожестью. Но семена вот эти свежие, упаковки по 5 штучек. Собраны они в сентябре 2019 года. И срок годности семян до 12-23 года. На этой упаковке написано, что иустому можно сажать с марта по... Так, с марта по август. Ну, а так вот пишут, что можно сажать любое время года. Ну, посмотрим, что у меня получится. И если все хорошо будет, если семена взойдут и вырастут, то иустома может расцвести через 6-7 месяцев после посадки. Вот такой я вот контейнер приготовила для посадки. Немножко дренажный слой, чуть-чуть у меня здесь. Грунт взяла Классман для семян. Так, 0,85 вроде. Добавила немножко перлита, субстрат уже увлажнила раствором HB101. И давайте приступим к посадке семян иустомы. Ну, еще пронумеровала. Вот 1, 1, 2, 3. И на упаковках с иустомы, с семенами иустомы тоже подписала. 1, там дальше 2 и 3. Так, начнем. Открываем первую упаковочку. Семена иустомы маленькие, они в виде дрожжи, дрожжированные семена. 5 штучек семян. Это семена у меня иустома махровый сливовый, сливового цвета. Семена просто распределяют на поверхности грунта и немножко вдавливают. И расстояние между семенами должно быть где-то сантиметров 5. Семена всходят долго. Вот на упаковке у меня написано, что семена всходят где-то 10-14 дней. Но в других источниках пишут, иустома может сходить и 20 дней, а может и больше. Вот так вот палочкой, зубочисткой я беру семена иустомы и немножко сразу же вдавливаю в грунт. Сливовую посадили. Иустома махровая, сливовая. Пикируют иустому где-то через 2-2,5 месяца.
Эстома плохо переносит пересадку, и поэтому размножать ее эстому только семенами. Очень маленький процент хорошего результата при размножении гиления кустика. Эстома очень не любит, когда травмирует ей корни. Так, теперь я взяла эстому махровую, белая с розовыми цветами, белая с розовым. Тоже таким же образом, но здесь у меня только 4. А нет, вот одна у меня осталась здесь. Тоже 5 семян, вот такие семена дрожжированные, как обычно. Таким же образом берем зубочисткой и немножко вдавливаем грунт. Эустому выращивают, ну, размножают, потом контейнер нужно будет поставить, светлое, теплое место, где-то температура должна быть 20-25 градусов. И вот некоторые рекомендуют понижать температуру дневную и ночную для лучшей схожести, чтобы ночная температура где-то была 15-17 градусов. Некоторые пишут, что и без понижения ночной температуры эустома хорошо, но не хорошо, но сходит. Теперь у меня третья упаковочка. Вот такая вот махровая кварцевая эустома. Тоже F1. Пять семян здесь также. Это у меня получается третий ряд эустомы. Долго я ходила, смотрела на эти упаковки с семенами эустомы, все-таки не вытерпела и купила. Посмотрим, что получится. Зайдут очень хорошо. Даже если получится мне вырастить, это будет замечательно. Эустома бывает и садовая, но она вырастает где-то больше метра. А есть низкорослые сорта. В основном выращивают как гашечные растения. После того, как эустома отцветет, горшок помещают с эустомой в прохладное место, где-то температура должна быть где-то 10 градусов. Эустома любит, что же еще неизвестно про эустому, эустома любит обильный рассеянный свет, полив, должна быть всегда земля, субстрат немножко влажным, поливают сразу после того, как подсохнет верхний слой грунта. Опрыскивание не любит. Ну и вот температура должна быть где-то 20-25 градусов тоже для того, чтобы она хорошо росла. Вот. Эустому посадили. Это у меня будет первая часть моего видео про эустому. Через какое-то время, как они взойдут, я также снова сниму уже вторую часть, потом третью часть, ну, четвертую часть. Посмотрим, как получится. Как получится. Есть такое желание вот вырастить именно такое красивое растение из семян. Видите, какие цветки, они напоминают на самом деле розу. Это вот у меня многолетник,
стома многолетник, и где-то высота цветка будет 30 сантиметров. Но можно и для сада, и букета написано. Вот и все. Ну, на сегодня у меня все. Всем самого хорошего, доброго. До свидания. Будем ждать результатов. Надеюсь, он будет хороший. До свидания.